Любители сторис, всем доброе утро, всем хорошей недели. Что хочу рассказать, буквально недавно мы с вами обсуждали то, что мошенничество в данной ситуации прогрессирует, увеличивается, да, потому что люди сейчас там ничем не брезгуют и пытаются максимум денег отжать. Но то ладно, то всегда было. Тут другой вопрос, что теперь, блядь, пидорасы среди своих появились. Рассказываю, короче. Пишет мне вчера в директ чувак. Просто там, ты двойку хочешь купить? А я не особо люблю, когда вот так вот ни привет, ни там, ни здравствуйте, ничего, просто сразу сходу. Я такой знаки вопроса ставлю. Он мне скидывает скриншоты, начинает скидывать свои переписки с Авито с каким-то, блядь, штрихом, козлом, который, короче говоря, представляется мной, Никита Шиков, типа, и хочет купить у него двойку. И говорит, ты эту двойку отправляй, я, значит, тебе на карту на Сбербанк переведу. Тот начинает с ним, типа, слушай, ну дай WhatsApp. Тот говорит, да я не могу дать WhatsApp, сам понимаешь, я публичный там, ну, типа, он публичный. А вот, тот говорит, блин, чувак, ну окей, я пришлю там, типа, реально, на какой ты машине, говорит, ездил в этом сезоне? Ну, типа, так просто хотя бы пробивает. Ну, потому что, понимаешь, что что-то какая-то мутная история, но вроде как и неудобно. Потому что тот так агрессивно, да ты что, мне не веришь, что мне еще нужно приложить, там паспортные данные можете еще отправить, типа такой. Вот. Ну и парень молодец, догадался, мне в директ написал, и мы это все сразу выяснили быстро. И причем этот мудло, который хочет купить, хотела, да не купить, а отжать тачку, скорее всего, он бы ему отправил с документами, и денег бы он ему не прислал. Я не знаю, как там было бы дальше, потому что, ну, как бы, это все-таки не какая-то там запчасть, это можно было бы там раскатать целое дело, но, с другой стороны, непонятно, что там, как бы, это все было, но, слава богу, это все не прошло дальше развода в Авито, поэтому он в Winter Drift Battle в курсе, скидывал фотки моей тачки, то есть чувак в теме, поэтому если ты смотришь мои сторис, ты, конечно, блядь, конченое чмо, потому что, ну, кидать людей из своей тусовки вот так вот, это просто, ну, даже не обсуждается, каким надо быть, какой крысой надо быть. Вот, поэтому в очередной раз поражаюсь, и в очередной раз вам настоятельно рекомендую быть максимально внимательными к этому, ко всем вопросам. Вот. С такой не очень радостной новости начинается утро. Ну, с другой стороны, не то, что радостный, ну, вот как есть. Все, всем хорошего дня. Сейчас скрины приложу.